Мы живем в России, самой большой стране мира. Наша столица Москва, огромный современный город. Москва раскинулась на 7 холмах. И в самом центре столицы, на Боровицком холме, стоит древняя крепость, Московский Кремль. Когда-то, давным-давно, Кремль был маленьким и деревянным. Потом стал больше уже из белого камня, а уж затем из красного кирпича, каким мы его знаем и сейчас. У Кремля 20 башен, и самая красивая – Спасская, с часами-курантами. Напротив Спасской башни, на Красной площади, собор с разноцветными куполами, называется он Покровский. Построили его, по указу царя Ивана Грозного, в честь победы над Казанским ханством. Было это 4,5 века назад. Существует легенда о том, что Наполеон, заняв Москву, так поразился красоте собора, что велел перевести его в Париж. Сделать этого не смогли, и тогда император приказал взорвать храм. Но тут хлынул ливень и загасил фитили у зарядов. Армия Наполеона была разбита, а Покровский собор стоит и по сей день. Этот собор зовут еще храмом Василия Блаженного в честь любимого в народе святого. О храме и Василии Блаженном сохранились чудесные народные сказки, и каждая как драгоценный самоцвет. Давнее было. Ну, как давнее? Ну, всего-то лет 500 назад. Сам-то я не ручаюсь, что такое. А вот дедушка мой все то и сказывал. А дедушке его дедушка. А тому его пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Это все чистая правда. История, значит, такая. В Москве приключилась. В ту пору мороз так закручивал. Не то, что нынче. Зима-то вроде насморку. А тогда, бывало, воду плеснут, а она на землю льдом падает. О, холода какие. При таких погодах не то, что летать. Ходить страшно. Сиди на печи, да жуй калачи. Ух ты, я сейчас. Ну, так вот. Стало быть, а и жил тогда один мужичонка, Василий. Босиком в одной рубахе по Москве гулял, горю холоду не знал. Все ему нипочем, всегда рот до ушей. Вот блаженным ты прозвали. И как-то промеж народа слух пошел. Вася денег не берет. Ну не то ж не берет, а все на площадь красную несет. Да через плечо кидай правую. А денежки те будто дрессированные. Одна к другой ложились. Прям по росту. Пятак к пятаку, копейка к копейке. А вот зачем оно, никто не понимал. А Василий сам про то не сказывал. Вот, денежки-то лежали, где легли. Люди их не трогали. Но муж только дурак какой.
ручонки свои жадные протянете. Ну, тут уж сам царь-батюшка поглядывал, чтоб все цело было, чтоб порядок, значит, был. Василий-то наш вообще всегда своим характером скучать народу не давал. И сам не скучал, без дел не сидел. Так вот, стал быть, на базаре такой случай случился. И вроде ничего такого, тишина. А Василий вдруг взялся бушевать. Лотки повалил. Еще хуже, прям не остановишь. Спятил, думали, совсем. И уж только после узнали все, что баранки-то порченые были. За место муки и звездка. Ох как! Ну, народ тогда уж понял. И благодарить стали. Кто ты таком? Кто копеечкой? А Василий хорошо уж наловчился через плечо-то правое. А детки-то обожали Василия. Целый день за ним ходил. А он им разные чудеса да хвокусы показывает. А еще Вася видел то, что от других скрыто, спрятано, зарыто. Народ-то бывает загуляется, творит незнамо что. Василий уж тут как тут жалеет их непутево, потому что из их домов даже ангелы прочь полетели. Ангелов-то уметь надо разглядеть. О, вон они. А дети-то? Они и так ангелы. А ну пошли отсюда! Хватит! Вы что тут вообще расселись? Пошли отсюда! Хороший дел делается, а худому человеку не спится, жадность его гонит. Явился, мало ему, подобрался как тать, денежки хватит. А не оторвать, конфуз выжил, прилип, хотел бежать, да нечем, ножки не идут. Ну так вот, теперь дураку время подумать было. Так и сидел этот, покуда народ не собрался. И прибили бы супостата, кабы не Вася. Он-то этого гада отпустил. Да только царь не простил.
Уж больно был строг. Приказал его вас строг для примеру другим. С тех пор больше никто и не думал баловать с Васиным богатством. И все своим чередом пошло. Вор в остроге сидит, на облака глядит. Москва на месте стоит. Царь на троне восседает, государством управляет. А Василий все денежку собирает. И никто его не обижает. Так он все и собирал. И год собирал, и два, и три. Еще много лет собирал. А потом вдруг раз и перестал. Что такое? Что за новости? Народ заволновался. Гадает, что дальше будет. А как царь пришел, тут Василий знак и подал. Забирай, мол, деньги. Все. Что ж, знать пришло и его времечко. Ну вот, царь, значит, последнюю волю Васину исполнил. Деньжата к делу пристроил. Да и своих добавил. А как же? И вышло, значит, потом так. На деньги те не абы что. Собор построили. Прямо на том месте, на площади. И народ стал звать его храмом Василия Блаженного. А в иной какой день, кто самый глазастый, да внимательный, мог и самого Василия там углядеть. Да, оно и поныне так. Сходите, да сами проверьте. А когда проверите, то мне и поверите.